Здравствуйте, друзья! Пришло время для стримов по Don't Starve. Сегодня не должно было быть Don't Starve, но так получилось, что он вот есть. И сейчас мы, собственно, будем в него играть. Урасики! Все кричат «Привет, Пиптар!» Да, только что увиделись со всеми. Давайте еще быстро анонс ВКонтакте замучу. К сожалению, с Римворлдом у нас пока наши тесты увенчались полным провалом. Но Don't Starve сегодня будет прохождение. Вот. И... Я не помню, на чем мы, честно говоря, остановились. По-моему, мы остановились на том, что мы умерли. А, нет! А, да! Я... Или не... Так, подождите, я запутался. Ну, режим приключений. Прохождение это я называю режим приключений. Так. Так, сейчас, секунду. Твоя борода теперь в реальном HD. Ну да. Да. Так и есть. Так, что-то мы тут... Я забыл, я чем-то собирался заняться. Ну, как всегда, короче, заканчивается... А, мы, во-первых, делали грядки из дерьма. Так. И для этого нам надо, вроде, для одной грядки нам надо 8 дерьма. А, 6. Улучшенная грядка. Так, давайте еще одну сделаем. У нас есть... Так, 6. И 4 камушка. А камушки где-то здесь были. Так, замечательно. Давайте же сделаем еще одну грядку. У нас тут уже вообще все шикарно на самом деле. То есть растим, сажаем, горести не знаем. А, я хотел какой-нибудь вспомнить, как из кабачка что-то сделать. У меня просто есть кабачок. Но я не помню, как из него и что делать. Фаршированный кабачок никто не помнит. Еще и мясо вялю, как вы видите. Ритард, ТТН, ты вызываешь агрессию людей. Прекрати себя так вести. А где зима? Тут оно то такое, то другое. Не помню. Ладно. Ну, грядки мы делаем для решения проблем с жратвой. Наверное, можно пойти проверить кроличьи ловушки. В общем-то, в итоге нам надо пройти вот через этот вот пост со свиньями. Мы пытались туда соваться. У меня была броня, у меня было 2 шлема, но... Все это закончилось крайне печально, потому что мы все умерли в итоге. Совершенно. Все. Вот. И... Ну, то есть я умер в итоге. И... У меня кончилась и броня вся, и шлемы все кончились. И на фоне этого я, честно говоря, не очень понимаю, как мне вообще быть с этими свиньями и как их убивать. Потому что их нечем и ничем не завалишь. Может быть, можно попробовать взять с собой вот тех 2 свиней, что есть там. И постараться что-то с ними сделать. Может быть, да. Наверное, мы так... Ну, не 2 свиней, что есть там. Там 1 свинья есть у меня около дома. Есть еще одна, но, скорее всего, с ней не выйдет. Вот, кстати, проблема с едой решается, кстати, неплохо. При помощи кроличьих ловушек-то. Как-то у нас... Я думал, будет все похуже. Наловили кроликов. Наделали мясца. Замечательно. Баклажан плюс красный гриб плюс 2 палочки. Чувак, я что-то подозрительно. Вот это информация про 2 палочки кажется мне подозрительной. Не, ну может быть, может быть.
Ну, в общем, сейчас нам надо что? Во-первых, нам надо еще броню одну сделать, во-вторых, еще два шлема. Для шлемов нам нужны свиные попки. Так как я построил хижин, домик свиньи, мне не из чего теперь делать шлемы, у меня нет свиных попок. То есть мне надо свиней идти куда-то фармить, искать. Так, сейчас, секундочку. Вот. А как искать? Непонятно. Рассудок еще падает, видимо, потому что я очень мокрый. Так, у меня же зонтик вроде был, да? Вот он, давайте оденем. Настала ночь. О, кстати, тут выросла морковка. Замечательно. Вообще всегда о такой мечтал. Так, давайте еще что-нибудь посадим. Ну, пофиг, раз из кабачка на кабачок нужно. Ну ладно, пусть пока полежит, черт с ним. А, кстати, я еще вялилок хотел наделать. Вот еще один момент. Так, ну тут можно просто приготовить что-нибудь. Вот изо льда, морковки, лапок каких-нибудь. Так, убиваем кролика. Перекладываем сюда. Дождик кончился. Что у нас тут, хилки есть? Давайте подобываем дерево. Я надеюсь, что сейчас еда свялится. Хотя, может быть, сейчас ночь начнется. Ой, зима начнется. А, ну зимой-то оно вроде тоже вялится. Хотя вроде хуже, хотя я не знаю на самом деле. А у нас, кстати говоря, свинка отспавнилась. А, свинку мы завели, так, кстати, чтобы дерьмо получать. Давайте ей еды, не еды, вернее. Это вот. Кинем вот такую шляпу. Это, во-первых. О, а как ты это сделал? Профессионально, нифига себе. Так. Не знаю, что туда еще положить. На самом деле можно вот тупо так пихнуть, и там будет какая-то офигенная еда, по-моему, приготовиться. Так, у нас тут лягушка, давайте ее мочканем. Ненадолго лягушку хватило. Это что такое? Фолловер, а почему ничего не сработало? И что тут зынкать стало? Извините. Блин, какие-то опять косяки. Я что-то неправильно сделал, что ли? Прошу прощения. Почему мне жарко? А, лето что ли настало? Я не понял. Тут и лето есть? Ни хрена себе. Так, ну у меня F1 нажалось. А почему же оно тогда не нажалось? Сейчас, походу, я забыл выключить с этого. Ух, сори, это косяк из-за того, что я тесты проводил там над Dreamworld'ом. И... А у вас высветилась надпись, что у нас новый фолловер? Надо вырубить программу. Я не знаю, какой процесс называется, она спряталась. Так, по алфавиту, может? Нет. Ладно. Блин, печально, конечно, но если что-то пойдет не так, то... Тогда уже придется, не знаю, компьютер ебутить.
Слушайте, а что за лето-то? Это вообще какая-то шляпа на самом деле. Во-первых, давайте камень выбросим. Во-вторых, почему мне еще может быть жарко? Как дождик ведь идет вообще, как так? Я даже не знаю, какая тут есть защита летом. Мне, по идее, надо какие-то ледяные штуки добыть там и прочее, сделать еще что-то прикольное. Но я не знаю, как это все делается, поэтому просто пойду. В надежде, что ну сейчас-то все точно будет хорошо. Привет, ледокол. Ты уже пробовал кинуться на кресло с этой вебкой? Да, все хорошо проходит. Эта птица-то должна была резнуться вроде. Что-то она не резнулась ни хрена. Не, слушайте, какое же это лето? Смотрите, какой долгий этот. Может быть, просто из-за того, что у меня борода? Хотя борода не очень вроде большая. И камень был нагретый. А, не знаю, в общем. Поливать. Да, вебочка Logitech. У жены отобрал деньги, она такая говорит: а где твои деньги? Я говорю, Майкер все украл. Она такая: ну как, а что же мы будем есть? Я говорю, не знаю, я хочу вебку сегодня. И все. И вебка у меня. Раньше было Logitech, но за 500 рублей куплено было по старым ценам. Сейчас, по-моему, штуку 200 стоит. Никому не нужна вебка, кстати, работает. Старая моя. Так, ну вот это вот сейчас то, чем я занимаюсь, это фигня на самом деле. Это трата времени. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Может, здесь есть что-то, о чем я не знаю еще. И на... Опачки, болото. Вот это, кстати, интересно. Кусок болота такой. На нем никто не живет. У меня рассудок в жопе. А, кстати, опять дождь, а я без зонта. Хорошо. Ну, мы сейчас просто себе спальник сделаем, в общем-то. И с рассудком проблема, я думаю, решится. Да, C920. Ну, я же собирался ее покупать, я ее и купил. Птица не резнулась? Прискорбно. Пойдемте подсохнем у костра. Нарвем... А, нет, давайте потом подсохнем костра. Сейчас нарвем травы, короче, там веток всяких. Я хочу вот сюда вот сходить, разбить эти грядки. Вот. Вот эти вот. Там все слутать, разобрать и так далее. Тут конкретно этот сценарий. Это карта, я не знаю, как это назвать. Но мы уже играем приключения, и это первый мир. Мир, этот мир. Вот, этот мир, он... Смысл его в том, что тут постоянно меняются времена года. Это не очень удобно, конечно, но что поделать. Из-за этого приходится с собой кучу всякой шляпы носить. У меня есть зонтик от дождя, у меня есть шапка от холода и так далее. Можно еще цветы пособирать для рассудка. И нет ягодок, кстати, да. Откуда ты знаешь? Или это я тебе рассказывал? Я вот не могу понять, это фишка такого мира или мне этого мира, или мне просто не повезло, что ягод нету. Ну, раз ты говоришь, походу, значит, фишка такая. Фишка мира. А в чем смысл?
Должны быть проблемы с едой, что ли, так задумали разработчики или как? И ягоды, типа, эти проблемы должны сильно помогать решать. Тут довольно много кроликов и всякого другого, так что я, в принципе... Не, проблемы я испытывал, но сейчас уже... Так, более-менее норм стало. Насобирали кучу мы всего. Пойдем на базу побыстрее. А, я вспомнил, зачем мне вяленое монстра мясо. Его же можно свиньям давать. Много. Ну, то есть, если там, по-моему, обычного монстра мяса дать им слишком много, то они становятся оборотнями, а это можно давать... Бесконечно, есть ли у нас факел? А есть, но его 8%, 7, 5. Замечательно, замечательно, замечательно. Нам нужен новый факел, быстрее. Готово, замечательно. Так. Во-первых, кладем камень сюда. Во-вторых, сажаем елки заново. Две срубили, две посадили. Остальное давайте перебросим сюда. Надо до конца ночи успеть лечь спать. Поэтому быстро делаем веревку. Быстро делаем спальник. Ложимся спать. Ложимся спать. Можно птице давать, яйцо будет, я знаю. О, у нас тут выросли овощи, фрукты. А из арбуза что-то можно делать? Наверное, мороженое какое-нибудь. И опять идет дождь. Ну, стоп, идет дождь. Так, пофиг, короче. Блин, из этого на самом деле говно настоящее получится. Сейчас испорчу просто еду. Будет обидно. Ну и ладно. Делаем фрикадельки там какие-нибудь. Просто уже еда не помещается толком. Так, лепестки сюда. Свиное дерьмо сюда. Оно сюда не влазит. Сюда свиное дерьмо. Так, лишние шишки у меня были где? Непонятно, где у меня лишние шишки. У нас с другом свиньи забили в полнолуние, помню. Бывает, бывает. Кукурузка. Так. Что у нас есть еще из ненужного? Ну, я иду вроде как далеко за разбиранием этих штук. То есть вот это все выкладываем. Броню, наверное, оставим на всякий случай. А, и морковку у меня еще с собой зачем-то. Только сейчас уже вечер настанет, пока я тут туплю. Сделай шапку из арбуза. А как? Я не знаю как. Привет, Пеп, как Новый год прошел? Привет, да, здорово. Ну, только у меня как бы еще работы много. Ну, то есть, как я собираюсь все каникулы новогодние ваши стримить для вас. Вот, но очень из-за того, что с ремвордом не получается. И все как я хочу. Чтобы было перфектли. Это чуть-чуть настроение портит. Ну, так, как... Условно, я понимаю, что ничего страшного не произошло. Опять я мокну. Ну, побежали потихоньку. Так, тут у нас кролик подох. Очередной от голода. Блин, я не успеваю на самом деле все делать. И рассудок нормально не восстановил, и ничего. И надо кроликов собрать, потому что, они, видите, уже умерли там. И зонтик кончается. Не растет кокос. Тут кролики такие голодные уже. Но я их пока в инвентаре оставлю, чтобы мясо меньше портилось. А потом убью. Скелет разбей, зачем? Я знаю, что он там нужен будет, кости разобью.
Все, побежали. Вот там, кстати, есть еще муфла. Сейчас мы их какашки соберем. Ну это же вообще здорово, правда? Собрать какашки муфла. Мечтали ли вы когда-нибудь о подобном? Думаю, даже мечтать не смели. О, у них появился маленький муфуленок. Бифала, на самом деле, бифала. Муфала это, по-моему, из Римворлда. О, говна еще на грядку хватит. Что-то вот у этих ребят его мало, но все равно хватит на грядку. О, вон еще какашки. Да есть же. Это просто мечта, друзья. Это мечта, реально. О, мандрагора. Мандрагора прикольная, и она может помочь там вот как раз свиней пройти в одну сторону. Ну, как бы по-хорошему не пройти, а убить, сломать все им. О, слушайте, я не знаю, куда эта дорога идет. Опачки, вот это поворот. И оказывается, еще не все на своей части острова излазил. Какое-то, говорят, пассивное прохождение обжирается и собирает говно для грядок. Ну, блин, слушай, я... А откуда он здесь? О, там еще. Я просто не знаю, как быть с этими. Со свиньями. Ну и грядки, это же прикольно. Там еще мандрагоры были, но по одной не растет. А я одну какую-то собирал, не помню какую. Может, это как раз из тех. Ну что ж. По крайней мере, у меня много какашек теперь. Я, в принципе, это за какашками как раз устраивал рейд. Еще тут много пауков. Слушайте, а пауков можно поубивать, кстати. Потому что мне хилки-то тоже нужны. Давайте. Давайте их повалим. Слышь, паук, иди сюда. Тут их должно быть не очень много. Правда, их не очень видно. Ну, хотя, так довольно немало. Хотя, терпимо, конечно. Но не особо терпимо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что-то не выходит у меня. Где у меня вкусная еда? Они, видите... Тихо-тихо-тихо, дружище, они сейчас укусят. Оп. Все, вот теперь будет проще явно. Блин, и в итоге ни одной этой самой штуки для... Ну, которая дает... Короче, того, что мне надо, нету. Покормить. 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 Вот это печаль. Я столько хп просрал. И ни одной штучки для хилки не слутал. Демс. Ну ладно. Так, а тут Свинтус-то жив? Нет, Свинтус не жив. То есть, да, жив, но... А что делать, где будем? Ну давайте здесь останемся на ночь. Главное не умереть. Где у нас зонтик? Все. О, полнолуние. Погнали. Замечательно. Сломай домик, получишь жопки. Так, блин, он мне как бы живым нужен. Хотя он на самом деле живым не сильно много пользы приносит, по той причине, что... Сраные пчелы. О, почему цветы превратились в злые цветы все? Тихо-т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 ихо. Маневрируем. Воу, это было опасно, честно говоря. Почему цветы стали злыми-то? Это потому что полнолуние? Тут были нормальные цветы, не злые. Чё за хрень? Лягушки повылазили. Чё за такое-то? Их тут раньше вообще никого не было. И тут как пройти тоже что-то непонятно. Я там проходил, а сейчас там пауки все. Но я как-то, видимо, между ними проходил.
невидимо, а очень даже очевидно, что я проходил между ними. О, вот свинтус. Слышь, свин. Так я тебе дал это, лепестки, на. Мне нужно твое дерьмо. Благодарю. А теперь я бы тебя убил, честно говоря. Ну и, наверное, это и стоит сделать. Но только мы это сделаем по-особенному. Иди-ка сюда. Так, и пойдем охотиться на пауков на каких-нибудь. Ой, тут что-то печальная ситуация. Блин, не, они его загрызут в таком количестве. Ни хрена их там три, ни хрена себе. Не, ну его мясо они съедят, а жопку оставят, наверное, если будет, да, так и есть. Эй! Да что за отстой? Они же... Это же не мясо, они же не могли... Да почему? Ну отлично просто, страта сработала, молодец, Пептар. Хорошо, ладно, я по крайней мере узнал, что пауки едят свиные шкуры. Это на самом деле не жопка, это шкура. И да, пауки ее едят. Почему-то, не знаю почему, не спрашивайте. Цветы, кстати, перестали быть злыми. О, дождик кончился. Просохнуть бы. Может тут построить супер костер? Давайте так и сделаем. Слышь, птица, пошла вон. Шкурка с жопки. Ну, вообще, судя по картинке, да. Это сраный же дождь, а? Так, ну, мне сейчас придется поработать молотом. Сколько у нас на воду? 16. Замечательно. Главное, чтобы в меня все влезло. Вот и не влазит. Ну, трава это не критичная. Не критичный ресурс. Еще вот этого надо чуть поддобыть. Камушки эти лишними не будут. Мне сейчас тем более на грядки будут нужны. Слушайте, а может со свиньями в мраморной броне биться, нет? А, хотя где я ее возьму? Умный такой. Тут не знаю, взять ее негде. Каких этих коней тут нету. Надо вот туда вот пройти. Как их убить? Я хэза этих свиней всех. Сегодня у нас такой спокойный и релаксирующий стрим, друзья. Во-первых, потому что я из Римворлда. Опечален немножко. Во-вторых, потому что я весь день что-то где-то шатался, бегал и подустал. Так, ну пойдемте вот посмотрим. Мне интересно, что тут на краю. Хотя тут вода на краю, я же там ходил. Ну, короче, возвращаемся назад. В теневой броне. А где, а как я ее, я не знаю, как она делается. И не знаю, зачем она нужна, и вообще ничего не знаю. А как тут пройти-то? Из топлива ужаса, а где мне его взять просто так? Я, по идее, как-то могу его из злых цветов делать, это топливо ужаса, хотя я не уверен. Но вроде как могу. Но не уверен.
Не, конечно, с такой погодой мне вяленого... Ой, чё-то я... Вяленое мясо добыть не удастся, видимо. Собери свинарми. Да как я ее соберу? Свинарми я вообще не понимаю, как их. Их надо как-то кормить, потом они от тебя убегают на ночь. В общем, еще тот геморройчик. Ой. Вот это я сейчас зафейлил. Сейчас еще один укус и до свидания, Пептар. Причем вообще до свидания, лол. Все, ладно, спокойно прошли, без вопросов, окей. Давайте-ка отрегеним хп как-нибудь. Типа вот так вот. Да, я знаю, что у меня есть мазь, которая мне, безусловно, должна помочь, но... Привет, Окспер. Магический смерть, который... 5 топлива, 3 папируса. Ну, мне, во-первых, папирус неоткуда взять. Ну, в общем-то, и на этом все. Топливо, я не помню, оно вроде из цветов делается, папирус нет. Для папируса нужно болото. Тут нету болота. Господа, у вас есть еще говно? Не очень-то много, господа. Не могу сказать, что вы меня порадовали. Так, тут еще есть эти товарищи. А, он дождик же идет опять. Что? Забылся снова, снова забылся. Привет, Марс! В общем, я думаю, вот по поводу убийства свиней надо... Так. А что, мне мясо, что ли, некуда сложить? Так, ну ладно, мы его бросим, убьем еще кролика. Вот и все. Проблема решена. Живые прям тут есть, не знаю. Но на моей стороне, по-моему, нету. Хотя, может, я что-то забыл. И где-то их и видел, но не помню такого. Это что-то у нас тут произошло, какое-то мясо. Ну, мясо нам не очень интересно. О, это все-таки свалилось, смотрите-ка. Получилось. Ну, давайте еще вялиться положим тогда. Так. Сейчас наделаем грядок. Правда, хз, зачем они мне в очень больших количествах? У меня тупо может семян не хватить. Но что поделаешь. Тем более, тут как бы тоже не совсем понятно, какие блюда готовить. И всего этого. Ну, давайте попробуем что-нибудь замутить. Так. А, значит, для грядок. Ну, а что надо? Для всего у нас есть, в общем-то, ничего не надо. Делаем грядки. Ну, наверное,
5 хватит. Тут обычное говно вышло. Ну так. В общем, ничего особенного. Кинь какашку в огород. Зачем? Ну, мне их жалко, какашки, на огород. Если найдешь, тулицит встречается в карстовых воронках. Тут нет карстовых воронок, это же приключение. Тут ничего этого нету. Так, давайте посадим семена. Просто я не вижу особо смысла удобрять, потому что мне и так всего достаточно пока что. Поэтому тратить там навоз на все это дело. Идея так себе. Короче, я думаю, что я буду делать фрикадельки. И вяленое мясо просто тупо. И, в общем-то, все. Ну и делать тогда. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Что мы можем сделать из из такой ловушки там? Ну, в общем, почему-то кайтить этих свиней я хочу. Хижина, птичья клетка, брусчатка, паркет, ковер. Ну, типа ловушки там. О, ну зашибись. Холодно. Класс. Давайте камень ближе положим. Пусть нагревается. Ой. Что-то я попутал. Так. Ой, нам же надо птицу еще убить. Я же ее пока собирался убивать. Погнали. Да, зажиточный крестьянин. Так и есть, ребята. Это про меня. Кстати, сгенерился лед. Его вроде не было или был. Ну, то есть он там был, я его весь добыл, потом вроде его не было. Хотя, может быть, я рак и... Опять все перепутал и забыл. Птица, а ты где? Птицы нету, зато есть свинья. Убьем свинью. Не, ну в принципе можем взять эту свинью и ту свинью и пойти на свиней. Ну давайте так и попытаемся сделать, ладно. С двумя свиньями на свиней, да? Ну в этом есть. Звучит перспективно, в общем. То есть нам надо сейчас сделать вторую деревянную броню. Шлем, вроде там все-таки одна свиная жопка осталась. На один шлем хватит. И две свиньи и вперед. А, и второе еще копье. То есть если сейчас до ночи успею все добыть, завтра с утра стартую. Спрашивают, будет ли на Ютубе стрим. Нет, не будет. И, ребят, стримы на Ютубе не имеют смысла, потому что их видят, ну, они не приносят новых пользователей, их смотрят только те, кто вот кто-нибудь там с Good Game смотрит, и он видит такой: ух ты, Ютуб, ничего себе, как модно. А учитывая, что ну с Good Game или с Твича смотрят те, кто смотрит с Good Game и Твича, то зачем мне геморроиться делать еще там один рестрим, который на Ютубе хз, как он делается вообще. Если это ничего не даст в итоге. Правильно? Правильно. А куда я траву всю слил? А, на грядке, нифига себе. Слушайте, у нас травы-то нету ни хрена. Так, ну давайте шлем, во-первых, сделаем. Так, еще хилку одну мы можем сделать. Так, хилка. Готово. Пепел выкладываем. Говно выкладываем. А, так, шлем. Нужна веревка. Делаем. Паутинки выкладываем. Так, броня. Травы здесь нету лишней. Отстой. Я, по-моему, кремния было многовато. Давайте его выложим лишний. Ну, пойдемте траву собирать. То есть нам, в принципе, для брони осталось шлем есть. Для брони осталось только травы побольше. Но тут мы траву уже собирали, пойдемте вот туда. Мы не успеем, скорее всего, сейчас уже ночь наступит.
Ну хотя бы чуть-чуть, блин. По-моему, мне надо травы 12, что ли, чтобы у меня было. Факел есть? Какой-нибудь. Факела нет, что ли? Да ладно. Был же факел. Ну, короче, сейчас я еще и траву потрачу на факел в итоге. Пеньки не добываешь. Ну, я их потом подобываю, когда придет час. Блин, холод, пипец. Ладно, побежали до базы. Тихо. Ты чё, чувак, ты чё? Сейчас все будет нормально, сейчас мы согреемся. Во-в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 о. Фиг ли тебе холодно-то, слышь? Так, делаем еще одну броню. И еще одну копье. Зима настала. Замечательно. Классно. Прям то, на что я рассчитывал. Так, ладно, свинья, хрен с тобой. Пойдем со мной. О, давайте цветочных лепестков ими восстановим это. Ну вот зима, конечно, это не очень хорошо. У нас там что-то выросло, но потом разберемся. Так, зима и дождь. Офигенная тема. Просто бомба. Так, берем шапочку. Шапочку взяли. Берем камень, одеваем шапочку. Идем, даем свинье мясо. Все, у нас, значит, две брони с собой. Шлем с собой. Это самое с собой. Блин, а свиньи-то вечером уже вообще домой попрячутся. То есть, тут свиньями вообще, по-моему, нереально что-то сделать. Получается. Ну, если они реально вечером сейчас домой уйдут, а что я ими сделаю? Вообще ничего. Ну, потому что, блин, а как? А что? Хлам выложить в карман. Да, они у меня нет хлама. Ой, промахнулись. Проблемы с наведением. Так, господа, у нас одна свинья осталась, к сожалению. Ладно, пойдемте попробуем вниз. Попробуем с одной. Посмотрим вообще, как перспектива этого мероприятия. Насколько. Да что ж такое, только дождик кончился, сразу снова начался. Где у меня бревна-то? По идее, если свинья вот тут огонь увидит, она отсюда уже не уйдет. Ну и тут мы и согреемся заодно. Сейчас я посмотрю, как она будет вести себя вечером. Хотя можно до вечера начать замес, пожалуй. Да, давайте попробуем. Короче, поехали. Шлем, броня, сабля. Вперед. Блин, да их тут до хрена. Давай, давай, свин, впрягайся за меня, иди. Так, ну одного мы замочили, ну и чё? Так, давайте хилочка. Так, что у меня там? Сейчас шлем уже сломается. А я могу сделать новый шлем? Ну, может, и могу. Шлем минус. Так, хп маловато. Так, ладно, давайте представим, что они прямо сейчас не резнутся. Попытаемся, подумаем о том, что можем ли мы сделать шлем сами сразу, сходу. Веревка нужна. Так, веревка. И шлем заново делаем. Готово. Так, разжигаем, греемся. Быстренько, походу, сейчас добудем дерево. В снегу офигенно.
Так, еще раз дадим этому товарищу мясо. Ну, чтобы он не раздумал вдруг ходить со мной. Так, и поехали еще раз. Пробуем это сделать. Ну, продолжаем. О, я отхилить только забыл. Ладно, пока у меня есть шлем, это не супер критично. А где у меня хилки? А вот нашел. Так, еще минус один. Хилка раз, хилка два. Камень пока нормально, камень пока держит мою эту температуру. Тут вы сами видите, чей скелет. Так, шлем сейчас и этот тоже сломается. Но мы практически пробились. Ну, то есть я бы даже сказал, что все, это победа, друзья. Так, все, быстро все лутаем. Еще свинья, да что ж ты будешь делать? Погодите, это хорошая свинья уже. Че она прибежала сюда? Ну, мы ее убили. А, так, все, давайте теперь ломаем эти штуки по-быстрому. А что из них дерьмо падает? Я думал, из них могут свиные эти падать. И должны, собственно. Ну, это не важно, ладно. Главное их сломать сейчас. Сломать и вернуться к огню. Ну, пока камень-грелка держит, опять же. Окошко с карами закрываем. Экран заезжает, сейчас посмотрим. Прошу прощения. Спасибо, что написали. Так, фух, все, мы победили, ребят. Кошка с карами за край экрана, да? Извините, извините. У тебя в среднем 12-540 просмотров на YouTube по нему, а на Twitch 5-10 зрителей. Да, ну и что? Так, ну что, ребят, мы пробились. Ну, то есть все, это победа. Миссион комплект, как говорится. Я, конечно, ожидал, что тут будут свиные жопки, честно говоря. Ну, резко. А сколько? Я их вообще 0... А, нет, 3 слутал. Ну, это не так плохо. То есть можно еще 3 шлема сделать. Можно стену еще деревянную разобрать, там будет дерево, скорее всего. Что тоже, конечно, прикольно. У нас осталась броня. Осталась пушка 1% у пушки. И мы пришли, собственно, к бесконечному золоту еще заодно. Ну и вышли со своего острова. Это все не может не радовать. Я не знаю, тут ли нам... Стоит куда-то нам переселяться, типа, или не стоит. Наверное, особо нет смысла, потому что там у меня грядки, я это все не перетащу целиком. Так что переселяться мы не будем. Сейчас просто возвращаемся домой, тихо, мирно. До ночи успеем вернуться, нет? Ну, факел есть, если что. Сейчас я чуть-чуть нагреюсь. Все, нагрелся, поехали. Кстати говоря, вы меня гнобили тут на... Ну, не на днях, а гнобили за то, что я не смотрел фильм «Гладиатор». Я вам об этом говорил, вы такие: «Пиптар, фу! Фу, как ты не смотрел фильм «Гладиатор»?» Так вот, друзья, я посмотрел фильм «Гладиатор». То есть я пытался посмотреть фильм «Гладиатор», и знаете, он скучный. Да. Вообще, редкостная унылая хреновина. Вот что я вам скажу по поводу фильма «Гладиатор». О, этот чувак за мной ходит, смотрите-ка. Прикольненько, прикольненько. Так, давайте лишнее выложим. Наверное, вот так прям. Свин, ты мне больше не нужен. Уходи. О, может его завалить? Да давайте, а чё? Завалим? Фигня, вопрос же. Заодно... Так, давайте только тогда огонь надо поярче разжечь.
чтобы прям хорошо все было видно наверняка. Слышь, стой, иди сюда. Теперь он часть моей свиты. Иди бей его. Часть свиты. Вот и все. Блин, у меня все заглючило, надо выходить из игры. А если я наоборот сохранюсь и все испорчу еще больше? Видите, копье 0%. Кей поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно, а базу он не разрушает же. А, к сожалению, блин. Кай очень не вовремя задонатил. Спасибо, Кай, за донат. А, ну, не, надо выйти. Ну, во-первых, донат все равно не сработал, его все равно придется с кнопки прожать. А во-вторых, там просто игра крашится. Когда у оружия 0%, ты его пытаешься сменить, игра крашится. Да, пептар четко. Нажал escape. Эй, я не понял. А, все, и оружия нет. И все, и глюк пропал. Так. Че я там должен Кай? Ну, короче, Кай как бы задонатил 1000, и как бы абсолютно неожиданно происходит следующее. Нет, он не разрушает базу, я, по крайней мере, на это надеюсь очень сильно. Сейчас я просто его отсюда уведу. Шапочку оденем. Давай, пойдем со мной, котик. Пошли, конечно. Так. Интересно, а посох морозит гуся? Не знаю. Мне не очень интересно. Я его где-нибудь здесь оставлю, с вашего позволения. Ну, наверное, оставлю. Вроде как я бегаю чуть побыстрее, чем он. Хотя, конечно, не самое хорошее место. Я здесь все время хожу. Но сейчас мне главное оторваться, потому что я не очень готов к далекой дороге. Веди его к пчелам, мне будут рады. Кстати, хорошая тема. Ну, сейчас сводим, но вот не прямо сейчас. У нас тут задач еще много. На короля свиней приведи его. Король свиней, по сути, текстура просто, я думаю. Я не думаю, что он является каким-либо НПСом. Ну, то есть, мобом. Так, чуть-чуть перебежали. Овальнуть слабо. Да, я думаю, да. Ледокол, ты как у тебя с C-Sharp'ом дела? Сколько стоит сейчас твоего времени, ледокол? Так. Ну, навоз нам больше не нужен. Кстати, питание. Слушайте, у меня тут столько всего классного повырастало, но я не знаю, что с этим... Так, подождите, давайте, во-первых, уберем в холодильник часть. Ну, и такую большую часть уберем в холодильник. Так, это. Вот это соберем. Мясо монстра вяленое, хз, зачем мне нужно? Наверное, особо на самом деле ни зачем. Вялить лучше вот это мясо. Оно хорошее для вяления. Кей поддержал ваш канал на сумму 350 рублей ровно. Придется возвращаться к истокам. А почему не работает-то? Я что-то понять не могу. Блин, что за день сегодня такой? Извините, пацаны, не работает донат. Программа не жмет. Почему? Что случилось? Сейчас, нет, надо все-таки решить. Это из-за моих экспериментов с... Блин, комп, что ли, попробовать ребутнуть? Невозможно работать, да, Кай. Из-за моих экспериментов с Римворлдом произошло вот это. Пепчитер. Вот, галка стоит прямо на моих глазах. Вижу, должно все работать. F8 должно было нажаться. Название не изменилось? Нет.
Может, с IP Good Game что-то? Так, хорошо. Давайте... Я прошу прощения, во-первых, за технические проблемы. Скорее всего, это я сам сломал, но давайте проверим. Начнем с простого. Так, я потом Кай нажму, все, конечно, просто... Просто старт. Где-то что-то непорядок. Так. F9, запомните, что F9. Текст. Сохранить. Так, теперь по сообщению тест. Ну-ка, давайте тестим, ребята. Сообщение, пожалуйста. Ой, че я, зачем я все сломал-то? Господи, я, секунду, я... У вас стример идиот. Вот. Да, по-английски. Срабатывает макрос какой-то. Автоходкей висит в трее, я его не вижу. В трее, но он висит там, скорее всего. Да, по-английски тест надо писать, по-английски. И из-за этого не срабатывает. Он альтабается в другую игру. Где его найти-то, елки-палки? Еще раз прошу прощения. Прошу прощения. Как у него экзешник называется? Я хэза. Так. Тут все просматривать. Вроде и нету ничего. Или что-то еще. В чем-то еще дело. Пиптар, придумай что-нибудь, придумай. Сейчас, есть макрос на то, чтобы выйти из этого автоходкея. Если его прописать, то, в принципе, все станет, наверное, нормально. Просто прописать и просто сделать с ним. Вот тут вроде бы... Нет. Так, автоходкей. А, собственно, так и выглядит, да? Сейчас он должен выключиться. По моему странному замыслу. Ну-ка еще раз. Попробуйте написать тест в чат Good Game. Я не знаю, я сейчас ребутить компьютер пойду. Это магия какая-то уже пошла. Когда магия идет, надо сначала перезагрузиться. Я слишком много все... Ох, сработало. Хорош прям вообще идеально. Что это за говно? Нет, ну сработало.
Что я не тут открыл? Да вроде все же должно работать. Что-то изменилось, что ли? Я ж ничего не менял. Все правильно стоит. Короче, я перезагружаю компьютер. Ребята, извините за эти косяки вообще ужасные просто. Я перезагружаю компьютер и вернусь к вам минут через 5.